Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тумфаут, а мы сегодня будем играть в Resident Evil 2. Да, давно я не обсирался, так сказать, не играл в хорроры, а сегодня мы поиграем с тобой в хоррорчик. Зайл я, разумеется, тоже потом как-нибудь выпущу, я вижу, вам понравился Зайл, и при этом я вам очень благодарен за это, то, что вы смотрите меня Зайл, потому что вас интересует, и вообще то, что вы ролики смотрите, спасибо большое. У нас на игру 30 минут, это демо-версия, которая только вышла в Steam. Вы можете в нее поиграть пока до 31 января и быть, короче, счастливым от этого, наверное. Так, пройдите компанию, познайте. О боже, на что я пошел-то, а? Так. Уже у нас тут про какого-то Леона Кеннеди рассказывают. Так, вместе с новым знакомым Клэр Редфилд. Леону удалось добраться до Ракон-Сити, где судьба тоже разделила их. Пробираясь по улицам города, Леон смог добраться до полицейского участка. Но так ли там безопасно? О как. Короче, я понял намек. Сейчас мы, наверное, скорее всего, будем в полицейском участке-то, как говорится, сидеть. Давай, Спейси. О! Здрасте! Смотрите вокруг, ну заебись, чё. А, иди. Пошли. Hello? Is anybody here? Смотрите. Так, а почему тебя именно в эту сторону? Так, шли. А, это карта. Бегать у нас на shift. Я что-то момент пропустил. Так, ну-ка. Управление. Настройки управления. У нас этот. Так, быстрый разворот, действие. Не, мне эту. Можно мне вон горячие клавиши? Быстрый разворот. Нет, следующая страница. Так. Открыть движение. Бег. Ну да, бег. А, и стрелять ты тоже умеешь. Это хорошо. То, что он умеет стрелять хотя бы, потому что... Атмосфера жуткая, без пистолета. Как-то не оно. Было бы. Так, это у нас что? Ходит. Так, это я сделал. Стоп, рыба была. Вот рыба. Птичка. Птичка у нас тут пойдет. Интересная такая разгадка, конечно, так, здорово. Здесь у нас есть серьезно, а тут у нас на 8 сильных.
же тоже буду вести. Не нравится вам. Вообще никаких совпадений что-то не могу подобрать. Не, стоп, а я так и буду сидеть тут. У меня, короче, демо-версия. Вы чё? А время-то идет 30 минут до моей. Так, чё, в натуре ничего, что ли? Или я тупой, я не знаю. Так. Матильда, пистолет. Так, обладает рядом недостатком, поэтому был запущен массовый производство. А, тут мы типа можем вещи обрезать. Странно. Я тоже ничего сделать не могу, а это у меня что такое? Вау. Что я сделал? Налил. 5 минут игры прошло. А, ну неплохие достижения такие, чтоб я понимал. Ох, ёбаная мать. Пиздец сейчас будет. Я вас уверяю. В натуре кабан. Ты куда полез? Да хера ты сюда полез? Ты еблан, что ли? Страшно. Восточная игра. Мать. Ой, бля. Идите твою налево. Вы чё тут резко закинули? Давайте. Херобовина. Ничего тут подбить не могу, блядь. Ух, ебать, дьявол. Я могу быстро посмотреть назад. Это уже хорошо. С чем ты, блять, справишься, нахуй? Я про меня, блять, забыл, нахуй. Я думаю, справлюсь. Так, чисто. Заебись. Так, опа, нахуй. Отойду-ка я назад. В пизду. Или не в пизду. В пизду или не в пизду? Эники, бэники жрали варенье. Здорово. Блин.
ты делал? Вот, да. Вот пистолет нахуй на всякий случай. Пизду это делал, братан. А это точно труп? Так, наверху у нас тоже все нормально, сзади у нас пиздец, да? А, так, мне не нравится этот труп. Блять. Так. Да ну тебя в пизду, я должен кнопочку нажать. Точно мёртв? Эй. А, я, кажется, сейчас этот свет включил. Во всем помещении же, да? А, неплохо, неплохо. А... Бра... Да? А зачем это? Ладно, радует то, что труп, по-моему, в натуре труп. А... Одежда всякая. Так, уже это пока нахуй подальше держаться. Натуры в пизду. А что у меня тут есть? Микрофоны, не микрофоны, всякая параша. Так. Вот по-любому сейчас где-нибудь будет скримат. Вот когда я через ту парашу буду проваливать, оказалось, это просто напряжно. Нет. А, ну давай, удерживай. Блять, удерживаю. Не, ну игра сама заебатая, если я... Так, ну, давай. Это у нас какой? Женский? Нет, женский туалет, туда прям дорога. Так, тут пока у нас никто не идет, тут что? Ну, хорошо. Так. Блять. Jesus. Да в натуре вот здесь произошел. А, можете мне объяснить? Хуйня, сейчас у меня заново нахуй слазит, и все это, да? Нравится мне, сейчас мне пизду дадут.
день, и следующий звон. Блядь, он не умеет разговаривать, конечно. Так, чё-то... I'll get you out! Да не, ну, блядь, пизду я даже отобью человека. Come here, help me! I got you. Give me your other hand! Че, еблан, уходи нахуй. Ну и блокнот офицера. White out паркинг. Хер знает, какие эти. Вот тут вот, судя по всему, простату нашу. Прошли паркинг. Вот. Корона, лев и овца. Блядь! Да сдохни ты, блядь! Ты меня укусил, тварь! Да, блядь, ты тыкву-то свою нахуй вынес! Убиваем! Этот нахуй лечебный спрей, братан. Damn it! Лёг, нахуй, да ты хули, блядь. Ты, блядь, сдохнешь сегодня, нахуй. Блядь, да сколько можно-то, блядь. Все патроны. Как спишь? Я все понял, меня не ебашь. Неплохо, нахуй. Назад лезь, быстрей, блядь, пока можешь. Ну да, еще за ногу нам спать. Охеренно, мужик, спасибо. You're safe. For now. Thanks. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Блять, я чё-то нахуй на моменте нахуй остановил даже перевод. Does anyone know what started this? Not a clue. Без понятия там. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away.
I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might be the trick. This is good news. We can get you to hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just going to leave you here. I'm giving you an order, rookie! You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. И не повтори моих ошибок. If you see one of those things, если видишь одну из этих тварей, uniform or not, немедленно, ни секунды, you do not hesitate. You take it out. Убивай или убегай, ясно? Or you run. Got it? Yes, sir. Да, сэр. Достать дополнительное оружие и атаковать поиск. Хуя себе пиздата. А, ладно, вот мой холл. А, нет. Там наверху спон. Нормально меня так пожрали, хочу сказать. Кто там был? Там был этот. Корона. Лев. Овца. Ну, да, плюс я просмотр. О! Заебись, медальон со львом. Разгадал загадку. А теперь куда? Так, сиди смирно. Пра-па-па-па-па-па-па-па-па. Может быть, дедушку не надо открыть? Блин. Оригинально. This is not how I imagined my first day. Так. Зелёная травка. Так. О, да неужели патрон появился? Отлично, просто супер. Подохшая паража. Ну, подохшая паража, а? Что? Да он попиздил, может. Блять! Хули тебе не висит?
Лучше всего ходить с оружием. Бессмысленно. 25 сентября переоборудуем участок во время убежища или неожиданной крупной эпидемии. Сотрудникам полиции было поручено бросить системное обеспечение безопасности гражданских лиц во время и после его 25 сентября. Дополнение. В результате ночного нападения одного из беженцев один офицер погиб, а еще трое получили ранения. Нападающий был быстро обезврежен. Пока что мы полагаем, что вспышка насилия обусловлена чем иным, как чрезмерным стрессом. 26 сентября. Сегодня участок напала толпа, из-за чего пострадало несколько человек. Выжившие сумели укрыться за аварийным ограждением. За аварийными ограждениями. Мы в осаде. Выход отсюда будет проблематичен. Нам также пока не удалось починить оборудование связи, поэтому мы все еще отрезаны от остальных. 27 сентября. В этот час дня в западной части участка произошла очередная стычка. 12 человек погибло, и выживших осталось совсем мало. Все катится к черту. Все, что ли? А что дальше делать? Конец? Ебать. Мне надо открыть вот эту вот дверь. Медальон. Травкой подлечился. Так, а что тут для открытия-то надо? Да нифига не понимаю. Лежит, красавица, блядь. Стульчик. Патроны нашел. Да в натуре, что ли, ничего больше? Да вы шутите. Конечно, надо как-то вот эту вот заразу открыть, да. Никак. Что-то отдельное надо найти. Как я понял.
Как нам? Так, ладно. А, проснулась, сука, да? Пизда, блин. Я забыл, как этот нож использовать. А, у меня его нет. Может, я что-то еще не проверил. Ну такая вот, короче, игра у нас. Resident Evil. Да. Прикольно, за полчаса я только вот столько еще. Совсем немножко, можно сказать. А если бы прошел дальше, там бы был вот этот восточный офис, всякая вот такая херотень, туалет. А я пройти не смог. Просто не смог. Ладно, дорогие друзья. С вами был Тумпал. Подписывайтесь на канал. Вот, 30 минут прошло. Ставьте лайки. Всем до скорых встреч, друзья. И всем пока.